Более 90 миллионов рублей выделено на подготовку 153 земельных участков, предназначенных для многодетных семей под жилищное строительство. В станице Гастагаевской и хуторе Уташ работа идет полным ходом. Вода, газ, электричество к размежеванным участкам, комфортные дороги – все необходимое для удобства будущих владельцев закладывается и подводится уже сейчас. Протяженность дорог составит 1,5 километра на этом объекте. Газопровод порядка 2 километров, 100 метров. И сети водопровода 1,6 километра. Акцентируется сейчас строительство дорог, поэтому в первую очередь выполнен устройство нижнего слоя основания щебеночного, чтобы до морозов успеть это завершить эти данные виды работ. Окончание работ запланировано на весну и лето 2016 года. К этому времени, как уверяет заместитель начальника управления строительства Станислав Сидоркин, все запланированные работы будут выполнены. Для строительства жилья все будет готово. Контроль качества ведется согласно графика. Технадзор еженедельно выезжает по 2 раза в неделю на объект, непосредственно ставит замечания, рекомендации, если таковые имеются. Ведется фото- и видеофиксация объекта. Больше 100 многодетных семей в ближайшие годы решат для себя жилищные проблемы.